сорт Аркадия. Тоже уже давно сейчас зарекомендовал. Стал классикой. Он еще не дозрел. Вот. Но на вкус съедобный абсолютно. Мы брали его на дегустацию. Уже когда собирались у Саши Классова. Хорошие ровные кисти. Хорошие ягоды. Ничем не болеет. Есть единичный в этом году случай поражения серой гнилью. Ягода трескалась из-за дождей, из-за очень сильного. В остальном вообще просто любимица.